А я с такой же скоростью сейчас перехожу к нашему баннеру, где стоит самая легендарная, одна из первых групп на нашей российской эстраде, таких замечательных девушек, группа «Блестящие». Ваши аплодисменты. Здравствуйте, девчонки. Ну что же, наконец-то мы дождались вас. Расскажите, пожалуйста, как ваши отношения складываются в женском коллективе? Потому что мне кажется, что когда такие четыре прекрасные девушки вместе, это всегда, ну, как минимум, скандал. Нет, почему? Это любовь. Это любовь? Ну, а у вас не бывает там, вот у тебя блесток больше на платье, чем у меня, где ты их взяла и так далее? У меня синяков больше. Что? Мы хотим посоревноваться, ничего страшного. Ну, а действительно, никаких соревнований у вас между собой не происходит? Они же бывают как позитивные, так и негативные. А какие позитивные соревнования у вас происходят? Мы довольно-таки много лет вместе с девочками, да, поэтому, наверное, уже действительно все были бы в синяках, если бы у нас синяки, как говорится, на лицо были бы и на лице. Веселые старты у нас уже позади. Разумно все, да, без соревнований. Ну, расскажите, пожалуйста, а вот как обычно проходят будние дни блестящих? То есть выходные — это, наверное, все время выступления и так далее. А вот будни, где, например, можно встретить таких прекрасных красоток в будничные дни? Ну, вы не поверите, в будние дни люди тоже любят веселиться и отмечать свои дни рождения, покупать билеты на концерт и так далее. То есть выступаем в любой день. Выступаете в любой день. Но я имею в виду, как досуг вы обычно проводите? Может быть, ходите в кино, я не знаю, по салонам красоты постоянно? Или что еще? Все это вы знаете. Все знаете, да. Да, все сказали уже за нас. Мы как в кафе ходим, в кино, в салоны красоты, в спортзал. В общем, занимаем все свое свободное время и готовимся к концертам. Знаете, я только что понял, что я одну девушку не узнаю. У вас новая солистка. Так что же вы не рассказываете? Да, слово не дали ставить. Все, я теперь молчу. Рассказывайте, пожалуйста, как вас зовут? Сильвия. Сильвия. Одно слово дал сказать, теперь проходим. Ну, расскажите, как давно появилась у вас новенькая? Да вот Сильвия буквально сегодня первый раз выходит с нами на сцену. Вот, поэтому у нас дебют. Дебют. Ну что же, вы можете провести сейчас последний инструктаж, потому что прямо сейчас я провожаю наших девушек, завороженных, на сцену. Группа «Блестящие» уже идут на сцену. Боже мой, я немножечко, знаете, теряюсь в словах, потому что рядом с такими девушками сложно их бывает находить. Очень уж волнительно. Я, как и обычный любой молодой человек, могу себе это позволить. Ну а сейчас давайте к другой прекрасной особе переключимся. Рита Че в эфире Муз-ТВ. На сцене «Партийные зоны» только ваши любимые звезды, ваши любимые ведущие. Подхалим Артем Шалимов, я прекрасная Рита Чена. А прямо сейчас глаза на сцену! Блестящие! Прямо сейчас для вас!
Помашите нам. Давайте все, помашите ручкой. Кокосы, апельсиновый рай.
мои любые мечты. Пам-парам-парам-пам-пам-пам. Правильно, молодцы. Похлопайте сами себе, а мы аплодируем от души всем вам. И потому что вы такие молодцы, мы вам ни за что не можем сказать. Чао, бамбина! А мы споем. Правильно. Спасибо.